Приветствую всех на моем канале. Сегодня будет такое видео. Знаете, я все включила, всю распаковку маминого календаря в одно видео, потому что очень было много материала, и уже для рубрики мамы просто не хватало места в последних роликах. Поэтому я собрала все дни, которые оставшиеся были, в один ролик, как она распаковывает календарь. Кто еще не знает, кто первый раз на моем канале, я подарила своей маме такой адвентский календарь, где каждый день она распаковывала подарок и пожелание от меня ей и цитата для жизни. Ну и будем начинать с 12-го, потому что 13-го было у нее день рождения, я ее сама снимала в этот день. 12-е у нас не вошло в кадр, будет 12-е, начинается с 12-го распаковка, и потом продолжается уже с 19-го числа. До 19-го, с 13-го до 19-го где-то есть в других роликах эта распаковка. Ну и приятного вам, конечно же, просмотра. In diesem Video zeige ich, wie Mutti ihr Adventskalender auspackt. Die restlichen Tage. Viel Spaß! Доброго всем утречка! Сегодня необычный день, 12-е, да, число. Я открываю 12-й подарок от моей дочери. Приглашаю вас с собой. Всем хорошего дня! Сейчас вот позавтракаю и буду открывать подарочек от моей доченьки очередной. 12-й, я вам покажу сейчас, что же подарила на сегодня мне моя дочь, какие пожелания она мне написала. Очень жду, радуюсь. Так, конвертик. Это чай. Это французский Париж. Чай какой-то интересный. Я люблю чаи, особенно от доченьки. Она всегда заваривает очень вкусные чаи. И, как всегда, ее печеньки очень вкусные. Даже намного-намного лучше, чем мои. Вот. Радует она меня, моя золотая. Так. Не представляете, как по-детски радуюсь я праздником. Радуюсь хоть любым подарком, вниманию. Так, что же это? Ах, это же заколка для волос. Да, всегда мне нужно. Дочь все знает. Знает, что нужно маме. Когда, в какое время и что. Так. Конфетка. Конфетку можно. Одну можно. Так. Сейчас мы прочтем. В конвертике открыточка. Прочту вместе с вами, что же сегодня пожелала мне моя дочь. Вот, вот такая открыточка. С подарочками. Да. Новогодние праздники. Самые лучшие праздники. Я всегда их жду. Всем такой же радости, несмотря ни на что. Читаю пожелания моей дочери. Однажды люди вдруг понимают, что им не обязательно жить так, как им говорили. Самое главное – жить счастливо, счастливо в гармонии с собой. Да, ты права, это доченька, ты права. Если не будет у тебя порядка в голове, то нигде не будет порядок. Продолжаю. Люблю тебя, Мути, за твое чувство юмора, особенно когда ты можешь посмеяться над самой собой. Это круто! Да, это у меня не отнимешь. Я без комплексов на этот счет. Я могу, да, если я понимаю критику, и могу посмеяться даже над собой.
Это действительно неплохо. Я хочу моим родным, сестрам, братьям, всем родным передать большущий привет и пожелать крепкого здоровья, самого главного, настроения и счастья, счастья, семейного счастья, хороших вам праздников и отличного, конечно, настроения. Я вас всех люблю. Благодарю подписчиков, зрителей за то, что вы смотрите нас. Всех поздравляю с наступающими. Всего доброго вам. Доброго всем денечка. Сегодня вот очередной подарочек от моей доченьки вскрываю. Посмотрим сегодня, что она приготовила. Страничку сегодня откроем моего новогоднего календаря. Что это такое? Сейчас посмотрим, что же это. Так, что это там такое? Что у нас такое? Это девочка, снеговик, внучечка. Вот так вот. Что же она в шкатулочку? Она хранит мою бабушкину шкатулочку. Что же в шкатулочке? Ха, это сердечко. Это дочина сердечко, которое она сама сделала для меня. Благодарю. Очень тронута. Благодарю. Благодарю. Да моя ты хорошая. Благодарю. Это печеньки. Каждый раз разные, но очень вкусные и очень красивые. Ради мамочки все, для мамочки. Благодарю, доченьку. Конфеточки, конечно. И пожелания. Вот такая открыточка. Полная корзина цветов. Моя ты хорошая. Полная корзина. Благодарю. Сейчас прочтем. Делай сегодня то, что другие не хотят. Завтра будешь жить так, как другие не могут. Благодарю, доченька, за такие слова. Я думаю, это относится к тому, что нужно не чуждаться грязной работы. Нет грязной работы. Так нас учили родители, мои родители. Нужно все уметь делать. И неважно, что это, надо уметь выполнять любую работу в этой жизни. Мы не знаем, что нам придется в этой жизни. Идем дальше. Люблю тебя, мамулечка, за твою стойкость преодолевать все невзгоды жизни. Что я скажу? Это не моя заслуга. Это нас так воспитали. Наши любимые родители, быть стойкими. Какие они сами были, так и воспитывали нас, своих детей. Пусть все невзгоды останутся позади, а твоя стойкость не ослабевает. Нет, она не ослабеет, доченька. Она у меня в характере, она всегда будет со мной. Мы стойкие благодаря нашим родителям. Как и у всех, в нашей семье тоже бывают трудности, но мы их преодолеваем. Сейчас вот непростое время испытывает моя старшенькая Валюшенька, родная сестричка из Алматы, любимая. У нее тут тоже трудности сейчас. Она потеряла, к сожалению, своего мужа. Но она стойкая. Она вынесет. И она с достоинством это переносит.
Я вас всех люблю, мои родные и близкие, зрители канала. Всего доброго вам! Приветствую вас всех, дорогие друзья! Открываем мой подарочек вместе с вами. От моей дочери новогодний календарь. Рассматриваю. Печенье. Вот такая звездочка. Красивая. И печеньки вкусные. Это что такое? Ну, посмотрим. Это такой шампо. Вот. Дочь всегда направляет меня, какие надо, какие лучше. Все, она знает. Спасибо, благодарю. Конфеточки. И сейчас пожелание. Что же пожелает мне доченька? Сегодня прочтем. Вот такие красивые розы. Такая открыточка. Так. Стоит только иначе взглянуть на вещи, и жизнь потечет в ином направлении. В жизни есть три вещи. Когда веришь в лучшее, когда не веришь в лучшее, и когда лучшее уже не верит в тебя. Я так понимаю, доча, что это зависит от самого человека, от нас с вами. Как будет верить лучше в нас или нет? Но мы в него верим. Пусть лучшее всегда верит в тебя, мамулечка, и приходит к тебе, потому что ты достойна этого. Люблю тебя за то, что ты подарила мне жизнь. Это круто. Это круто сказать маме такое. И вообще, не забывайте говорить правильно родителям. Не забывайте говорить, как вы их любите. И благодарить за то, что мы подарили вам жизнь. Очень здорово. Очень тронута. Всем хорошего дня, всем радости, всем веры, доверия и любви. Приветствую вас всех, дорогие мои. Сегодня открываю очередной листочек своего календаря, доченьки. Посмотрим, что же сегодня приготовила для меня моя доча. Что написала мне. Вот такая свечечка с запахом малины. Когда я включаю ее, на всю комнату запах, когда я ее зажигаю. Рада. Спасибо, доча. А это спички, чтобы у меня было чем зажечь свечи. И чтобы свет у меня не кончался. Доченька, спасибо. Доченька, спасибо. Очередной печенек от дочи. Вот такой вот. И конфетки же. Конечно. Сейчас прочтем. Пожелания прочтем от моей доченьки любимой. Это Дедушка Мороз рассказывает сказки ребятишечкам.
В жизни ничему нельзя привыкать, даже к жизни. Да, все мы гости в этом мире. Приходим, погостили и ушли. Никогда не ищи сложных путей там, где есть простая дорога. Доченька, ну как же, где... Разве ж мы знаем, где простая дорога? Сначала на кур лезешь, а уже с годами, с опытом понимаешь, где простая была дорога, где сложная. Пусть у тебя в жизни будет все просто, Мути. Спасибо. Я тоже хочу, чтобы у меня было просто. Уже сложности трудно переносить. Но я довольна. У меня, слава Богу, просто. Люблю тебя за твою любознательность, что интересуешься всем новым. Хотя иногда это тебе трудно дается, но ты не сдаешься. Горжусь тобой. Благодарю, доченька. Благодарю тебя за теплые слова. Стараюсь успеть за жизнью. В одну ногу идти с жизни. Благодарю всех за то, что смотрите меня. Всего доброго, хорошего вам дня. Доброго всем денечка. Сегодня необычный день, 22.12.2022 год. Мне хочется пожелать всем самого главного в жизни. Это крепкого здоровья, любви, счастья и мирного неба над головой. Мои розочки вот еще живут. Продолжаю открывать свой календарь от доченьки. Сегодня посмотрим, что же ожидает сегодня меня. Да. Не так просто открывать. Сейчас посмотрим. Извините. Сейчас посмотрим, что же сегодня доченька мне пожелает и что же она мне подарит сегодня. Вот такой вот с гранатовым соком крем для рук, чтобы у мамочки были красивые руки. Не забывает, доченька, благодарю. Конфетки и печеньки. И печеньки, как всегда, и очень вкусные. Радуют меня с кофе или чай. Так. Открыточку читаю от доченьки своей пожелания. Алис Либе, с любовью вас всех. Жизнь – это поезд. Займи свое место и никому его не отдавай. Что скажу? У каждого рожденного на этот свет есть свое место. И каждый, как может, бережет его и хочет жить дальше. Так я думаю, доченька. Люблю тебя за твое отношение к жизни. Жизнь нужно любить. И это у тебя хорошо получается. Так мы же, я так думаю, рожденные на этот белый свет для любви и счастья. Поэтому жизнь я люблю и желаю всем любить его, любить ее жизнь, радоваться жизнью. Я хочу всем пожелать всего хорошего в вашей семье, семейного благополучия, любви от детей и близких. И радуйтесь жизни.
Доброго всем денька, дорогие мои. Заварила вот чай дочин с дочиной кружки. Папе, покушаю еще один печенек сегодня. Не успеваю. Прямо коллекция у доченьки этих печеников. Я скажу, какой же вкус у них. Вот возьмем этот. Ароматный, рассыпчатый, не так сладкий и очень-очень вкусный. Прямо нежный такой. Чаёк тоже вкусный. Дочь моя не любит пить из пакетиков чай. Заваривает коллекционные и мне дарит тоже. Открываюсь сегодня. Предпоследний мой подарок. Мой от дочи Ксюшеньки. Посмотрим, что же сегодня дочь мне подарит. Так, это очередной чай из коллекции. И очень вкусный. Вот сегодня я пью тоже французский. Очень вкусный. Конфеточки. Вот такой снеговик Вайнальсман. И печенек. И печенек. Вот их сколько. Я не успеваю. Я их не успеваю кушать. Сейчас прочтем мы пожелания от моей дочери, что же она сегодня мне приготовила. Вот такая открыточка. Много Дедов Морозов. Всем нужно, всем нужны Деды Морозы перед Новым годом. Радость в жизни то же самое, что масло в лампе. Как только масла становится мало, сжигается фильтр, и, сжигаясь, перестает светить и только дымит черным вонючим дымом. Правильно, правильно, доченька, ты подметила. Вы мне подливаете масло в огонь, вы мне даете радость. И желание жить, и очень, очень хорошие слова. Благодарю, доченька, тебя. Пусть тебе, Мути, хватит масла по жизни всегда. Хватит, с такими детьми хватит. Дети, внуки, а там, глядишь, и правнуки пойдут, масла хватит. Мне на всю жизнь благодарю, от чистого сердца благодарю. Люблю тебя, что всегда можешь выслушать и помочь с советом. Так чудесно, что рядом есть любимый сердцу человек, мама. Как это приятно слышать родителям. Пусть у всех будет мама. Пусть у всех будет от мамы тепло, ласка, любовь. Будьте все счастливы. Добрый день, дорогие мои зрители. Сегодня праздничный день. Вечером мы будем отмечать рождение, Рождество Христово. Сегодня я открываю свой 24-й праздничный подарок и пожелание от дочи. Там сегодня. Сегодня уже столько подарков. И сегодня праздничный день. Что же сегодня? Что же сегодня мне подарила моя дочь? Вот такую елочку. Вот такую елочку. Печенек она сделала своими руками. Мастерица ты моя. Красивая елочка, печенек.
даже просто кушать-то неохота такую красоту. Еще что же это такое? Это крем-душ. Ну-ка, какого же запаха? О, чудесно, супер, мне нравится, и запах нравится. Все, спасибо, доча, спасибо тебе, родная. Это Дед Мороз, Дед Мороз. Ах, это конфетки шоколадные, это конфетки там внутри. Это такая подарочная упаковочка конфет шоколадных. Тоже очень красиво, оригинально. И конвертик. Так. Вот самое главное. Конвертик. Вот такая праздничная елочка. Праздничная, ведь сегодня же праздник. Прочтем. Прочтем пожелания от моей доченьки. Есть только два способа прожить жизнь. Первый, будто чудес не существует. Второй, будто кругом одни чудеса. Я за чудеса, я за сказку. Так интереснее жить. Интереснее. Пусть вокруг тебя всегда будут случаться чудеса. Благодарю тебя. Чудеса – это здорово, это прекрасно, это не скучно. Очень тебя люблю, мамулечка. Ты у меня необыкновенная, самый дорогой мне человек. Благодарю тебя. И ты у меня самая-самая. Самая любимая доченька и самая умничка. Обнимаю тебя. И до встречи сегодня за праздничным столом, где празднуется любовь. Благодарю. Я приду. Я, доченька, обязательно приду, и мы там встретимся. И встретим праздник, встретим Рождество Господа Иисуса Христа. Мы будем праздновать. Конечно, это тихий праздник, но встречи, самое главное, торжественность этой ночи, этих встреч. Всем-всем желаю праздничного веселья. Кто встречает сегодня Рождество, всех поздравляю. Кто позже, с последующими поздравлениями. Будьте всегда в этот день в кругу семьи, с родными и близкими. Любите друг друга и радуйтесь жизни. Всего доброго вам. Благодарю, что были со мной. Ну вот такое видео сегодня получилось. Надеюсь, вам понравилась рубрика от мамы. Да, не судите строго, еще раз говорю, мама снимала это сама, она не специалист по съемке, поэтому, надеюсь, вам было интересно посмотреть, да, что я маме дарила, что я маме желала. Ну и, конечно же, обязательно говорите своим близким, как вы их любите, обязательно их балуйте, обязательно дарите им подарки, обязательно дарите свое тепло и, самое главное, проводите с ними время, потому что родители не вечные, сегодня они есть, а завтра уже может быть по-другому. И поэтому обязательно проводите с ними время. Ну и еще раз поздравляю всех с праздниками, с наступающим Новым годом. Будьте счастливы, здоровы и до новых встреч. Всем пока-пока!